Так, ну что ж, всем привет. С вами снова Dark Space 306. Михаил. И я продолжаю прохождение игры Deus Ex Human Revolution. Сейчас мы будем выполнять этот квест, последний дополнительный в этом локации, но при этом, как я не знаю, если там определенную версию иметь, то там такого дыма, такого квеста не будет. Он только появится лишь там в каких-то версиях определенных, там, не знаю, какое-то переиздание, точнее, этот перезаказ, что ли, что там не дают, это что, так цене. В общем-то, так, а что у нас такое? Так, куда я вообще попал, не пойму, куда я иду. Кажется, не туда. Ну ладно, идем дальше. Так, что там у тебя? Нет, погоди, там спрячен что-то. А, нет, мне это не надо. Мы торопимся, в общем, летим. Так, можно, конечно, я, по-моему, на лифте так-то. Наверное, думаю, так же поинтереться. Нет, просто так быстрее лазить. Хотя, может, не получится. Не знаю. Уже, наверное, не получится. Так, ну ладно. Сейчас я эти открывать еще. У меня пароль нету. Так, хватит времени. Так-то нас... Access granted. Угу. Надо убираться снова наружу, на поверхность. Ну, в общем, точнее, я сказал сказать. Город Хэнши. По-моему, так. Снова этот... Нет, там будем управлять, как раз спасать этого сына Тонга. Как раз займемся дома. Блин, время-то. Access granted. Вот так, думаю. Так будет быстрее все-таки. Так, а что у нас там? Спуск. Ага, ну, понятно. Можно было таким образом добраться, можно было, не знаю, поинтересоваться, взгляд я удержу и получится, думаю. Ну, все, сейчас за канализацию отправимся, что по канализации мы же лазим, сколько времени-то. Квест с один выполняли дополнительно до этого, прошлой серии. Канализация, теперь сюда также направляемся. Тоже место. Почти. Что? Так, ладно. Или нет? Смотри, то какими квесты-то. Я взял дополнительно, что ли? Встретиться с человеком из сборщиков. Хотя так основной квест. Смотри-то. Он где-то вверху, как будто, кажется. А, он в другом районе, что ли? Блин, придется бежать это. Долговато, ну, ладно. Сейчас быстренько добежим. Ладно, в другом районе, по-моему, находится этот квест. В том же месте, где мы как раз выполнили два предыдущих квеста дополнительно. Это как бы посмотреть-то помечено как основной квест, хотя не знаю. Я бы считал его дополнительно. Но все-таки не во всех вертик присутствует. К этому определенному условию там можно получить этот квест, так что. Как DLC Missing Link тоже по сумме. DLC. Дополнительный квест тоже кого. Так, они нас не смотрят, не обращают внимания. Я пройду-ка здесь лучше. Ты здесь ни при чем. Иди по своим делам. Шевелись. Так, надо вниз, надо направиться. И здесь. И здесь. Тебе нельзя здесь находиться. Уходи. Ладно, пробежим просто. Дайте пройти это спокойно. Выходи сюда. Обойдёшься. Так, ну туда, кажется, Калисгарден. Там, где мы хакер спасли.
при этом не знаю, кто как знает, или что, ну хакер выжил, в общем-то, пан Бригента. Интересно. Ох, слабо прокачал, Тима Кар, мне просто теперь надо спускаться-то слишком медленно. Так, не туда бежу. Сейчас быстро сделаем, помню, квест-то проходил, так что проблем с ним не будет, думаю. Тогда выбрались вот этот сборщик, если он скажет. Так, а мы пролимся на макаронную фабрику старую. Так-то новую локацию. Ну, она хотя чудо новая локация-то не отличается нисколько от других. Спасибо за оформление по заказанной игру, бонус на месяц загружается. Ну да, точно. За это. Ты из ребят Донга? Нет. Я просто тусуюсь в канализации, потому что здесь пахнет вкуснее, чем у меня на кухне. Еще дурацкие вопросы есть? Подожди. Но если появится, обязательно задам. Где паренек? Мы считали, что его держат в комплексе Bell Tower в верхнем городе. Но, как оказалось, проныры задергались. Они испугались Тонга и перевели его сына в более безопасное место. Разве есть место безопаснее штаб-квартиры Bell Tower? Скоро узнаешь, Мейгажень. Его держат неподалеку отсюда, в подвале старой макаронной фабрики. И освободить его будет непросто. Потому что за ним смотрят люди посерьезнее охранников из Bell Tower. Это воины, специально обученные, с лучшими имплантами. У меня такое чувство, что мы с ними встречались. И если это так, у тебя есть запасной план? Ты есть запасной план, друг мой. Тонг тебе не сказал? Если Bell Tower выяснит, что в этом замешан кто-то еще, ситуация в Нижнем Хэнша сильно обострится. И Тонг согласен, что жизнь его сына зависит от способности какого-то одного человека? Не совсем. Когда найдешь сына Тонга, передай ему это. Он знает, что делать. Теперь иди, а не то опоздаешь еще. Ну ладно, давай. Ух, сколько взламывающих устройств около него находится. Прям какой-то склад склондайк артефактов, прям. Гиблое место. Центр зоны. Так, ох, тут замок этот можно пробить. А, нас там газ ставить. Перекрыть, по-моему, можно. Как я помню. Точно. Точно, точно. Покрутим этот вентиль. И ловушка закроется. Я не слезы, не помню, есть еще. Блин, маскировка. Вообще-то. Так, вот у нас один. Где-то здесь он находится. Так, ладно, прибивать стену это что-то рискованно слишком. Так, а мне с чем можно? Возьмем винтовку, я продам вообще. У нас магазин скоро встретится, думаю, на обратном стороне пути будет. Так, где у нас тут? Да, прокачал, конечно. Думаю, скоро все прокачаю. Вот этот остался. Не, до... не полностью вообще не качан. Все, все прокачано, 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 это прокачано. Успеем, думаю, к концу игры. Так, понять бы еще в инвентаре, что у меня есть, там есть у меня какие-то батончики. Или вообще ничего нету, это плохо. Придется их надо где-то покупать, обязательно будет. Отлично. При этом взломать. Все быстро взломаться, точнее просто. Несколько дня просто. Ох, черт, не... Как ты башку ударился-то? Ну ладно, прости, ничего. Ничего не случится с тобой. Берем патроны, продадим все. А где стену мог пробить, интересно, то не понял, не понял. По-моему, никого здесь нет так-то. Можно спокойно расслабиться. Где пробивать стену, я бы должен был, точнее, не пойму. Можно будет спокойно тем самым идти. Так, через вентиляцию мы можем. Думаю, пролезть как раз сможем дома. Так-то.
коробку тут перекрыл нам. О, засрань, там кто-то проходит тот. Гипер... Гип... Это... Гепард. Они точно его не видят. А всех можно, всех было перебить. Так, нам вниз, так что можем пройти спокойно. Так-то нам надо вниз идти. Красавчик. Прям как в трейлере. Вырубил. О, вентиляция есть. Взламывалка, лучше попробуем, смотрим, что мы полезная информация может быть, да и по опыту получим. Я так думаю, успею все прокачать в скором времени. Access granted. Что-то у нас полезно-то. О, так, открываем дверь. Камеру отключаем. Отлично. Теперь мы знаем, где он находится. Попали туда, куда нужно. Так, можем брать это устройство. А, вот и он. Да. Ох, тварик, что там у него? Что-то тебе-то? Все понятно, как у тебя похоронятся, да? Прям какой-то кландовик сказал. Так уверяет моя мать. Но ты мисс Белтауэр, и ты не китаец. Могу ли я предположить, что мой достопочтенный отец решил перестраховаться и прислал за мной тебя вместо своих сборщиков? Отличное предположение. Уходим отсюда. Вряд ли получится. Насколько я знаю, у Белтауэр там много вооруженных людей. Возможно, тебе удалось избежать встречи с ними, но, по-моему, здесь куда безопаснее. Без обид, американец. Без обид. Я и сам не в восторге от наших шансов на успех, но когда я посмел в них усомниться, мне велели отдать тебе это. Ну и ну! Молодец, отец! Это все меняет, при условии, что устройство правильно собрали. Ты готов отправляться? Сначала ответь. Как людям Белтауэр удалось тебя похитить? Что ты имеешь в виду? Брось, парень. Я, конечно, не в курсе всех дел Триад, но могу поспорить, твой отец вот-вот станет головой дракона. Вряд ли кто-то мог так просто прийти и забрать его сына. При обычных обстоятельствах ты был бы прав. Но в данном случае это я вот так просто пришел к ним. Ты хотел, чтобы тебя похитили? Почему? Скажем так, я не разделяю любовь отца к имплантам. Я считаю, что они опасны, и наша семья не должна столько в них вкладывать. Но отец считает, что я должен, как у вас говорят, пойти по его стопам. Поэтому нужна смена обстановки. Не совсем понимаю. Тонг Сихунг никогда бы добровольно не отпустил своего сына. Надо было убедить его, что мне необходимо немедленно покинуть Хэнджи. Так ты подстроил похищение. Ты играешь с огнем, парень. Направляя триады на Белтауэр, ты подвергаешь риску все население Нижнего Хэнши. Возможно, так и есть. Но ты здесь, чтобы меня спасти, так? Значит, пока мой план работает. Так. А еще, чем больше у тебя власти, тем быстрее она ускользает из рук. Я постараюсь это запомнить, американец. А теперь идем? А предмете там? Мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что это за устройство и что ты собираешься с ним делать. А тебе не объяснили? Неудивительно, учитывая, как отец любит всякого рода тайны. Если ты еще не в курсе, его сборщики переделывают современные технологии для своих целей. Если ты имеешь в виду, что они крадут их у одних и продают другим, то я в курсе. Не скажу, что я это одобряю, но далеко не все перепродается. Иногда устройства разбираются, и из них собираются более полезные вещи. Например, переносные приборы, которые работают и без вживления в организм. Только я до сих пор не знаю, что это такое.
Проще показать, чем объяснить. Ну что, идем? Пошли. Да, только не отставай. У нас с твоим отцом осталось незаконченное дельце. И если я не доставлю тебя целым и невредимым, ни хрена не выйдет. Об этом не беспокойся. Я прослежу, чтобы отец выполнил обещание. Может, даже и сверху что-нибудь даст. Я благодарен тебе за помощь. Но с этого момента каждый сам за себя. До встречи! Ну, молодец. А, это, видимо, не такой устройство маскировки, что ли. Ну, ладно, уходим. Обратно возвращаемся теперь. Тем же путем, в общем. Может, спокойно уходить. Так-то... Я пытался один раз пройти, даже первый раз, когда играл, пройти пытался другим путем, но там просто уйма врагов было. Так что слишком это рискованно будет идти. Там, конечно, экшен только прорваться. Остался бы там, просто не знаю, пройти невозможно, как мне кажется. Как мне казалось. Не знаю, может по-другому. Можно как-то пройти стелсом, чем помнишь. Ух ты! Чуть не проморгал, мне сейчас бы спалился, да. Вот те. Так, вот пробивать стену, может, можно было, конечно, но это, наверное, шум столько бы наделал, что даже сложно представить. Ну все, уходим отсюда. Значит, быстро возвращаться будет к этому тону, чтобы он там сказал, что надо делать, чтобы проникнуть. Где, в общем-то, искать наших людей, пропавших? Группа Магонрит. Посмотрим. Отлично. Так, где у нас наверх подниматься? Найти бы еще путь этот. Правильно ли иду, интересно, нет? Наверное, все-таки правильно. А, вот он. Так, теперь надо добираться отсюда. Возвращаться. Кто он? Да. Так, ладно. Убираемся. Найти путь надо. Так, где-то у нас стояли с гарда, нам придется в другую сторону. Бежим. Так, нам ты, по-моему, сюда бежал как-то. Блин, там войти-то нельзя. Нет, ушек не буду рисковать. Таким путем можно пройти. Спокойно, пройти здесь лучше, чем рисковать там. Там втрое целых. Ну все, в общем, наконец-то. Собираемся в другой район, направляемся к этому тонгу. Ох, да. Квест по самому такой сложно казался. Вот порту, конечно, будет посложнее. Ну там, может быть, стелсом получится пройти, попробую, надо будет найти тут. Все-таки должен быть какой-то другой способ там. Я один раз проходил. Всех там перебивал, там даже робот, по-моему, был, присутствовал. Очень много этих полтарусов было. Так, кажется, я правильно иду. Мне так кажется. А, точно. Сейчас, слава богу, они нам дадут пройти хотя бы. Может, вообще через вентиляцию быстрее так, наверное, пробираться. Мне так кажется. Я еще мог там наверх залезть, думаю. Ну ладно. Так. Быстренько. Через ту дверь все-таки. Да. Там, по-моему, можно было бы давно пройти так-то. Через этот проход. И там пробить, там на 3-4 и там. Марика турели. О-о-о. Там еще строится не помешает. Так, понял, по-моему, еще вниз надо идти там. Там как раз он на той стороне вылезли. Да. Тем самым.
столкновений все же произошло. Так, помп сюда. Ну все, все, выполнили твое. У вас есть дар, Дженсен? Если нужна будет работа, скажите мне. Я так понимаю, парнишка цел и невредим. Он сказал, что я должен вам оружие. Я всегда возвращаю долги. С процентами. Так, ну давай, ладно, примем тебя. С одним долгом разобрались. Теперь рассказывайте, что знаете. У Белтауэр в порту два корабля. Они считают, что никто этого не замечает, но я-то все знаю. Каждые 2-3 дня один из кораблей ночью загружают, и он отплывает. И куда же? Умный человек спрашивать не будет. Я только знаю, что Хэй Чжэньчжу отплывает сегодня. Там, где он пришвартуется, вы наверняка найдете своих ученых. Как-то все сомнительно, Тонг. Да. Но вам везло столько раз, что и не сосчитаешь. У Белтауэр серьезная охрана. Как я, по-вашему, попаду на корабль? Один из моих парней оставит вам посылочку в грузовом отсеке. Когда найдете ее, я скажу, что делать дальше. Буду ждать, затаив дыхание. Ну, спасибо тебе за это хотя бы, дорогой Тонг. Ох ты! Так, у вас все нормально? А, у них тоже колбасит. Ух, чертили вот так, а? Поглючить будет, хуже поглючил, чем до этого. Эти тут даже вон чуть не упали. Какого хрена тут произошло? Это бесился. Ни хрена себе такого комплектованного это весь. У тебя рук, ни ног вообще нету. Зачем вы так сделали, понятно? А ну че, женщина, хотя бы многие остались. Я думаю, он стас бульмени цел хотя бы. Это вообще-то не пойму, что. Какой-то киборг непонятный. Т-1000 с терминатора. Ну ладно, в общем, мы все получили. Теперь вернемся в порт. Так, сейчас, по-моему, у нас магазин где-то встретится, то мы должны будем кое-что прикупить. Перед тем, как идти. Так, давай-ка. Ты покупай? Так, продавать сначала. Покупайте. Так, энергоблок, револьвер. Добровика. Все, продам. О, гранатомет не хочу подавать, ты. Зря. Револьвер, мне, думаю, пока не нужен так-то. Травник продаем, лазерный виток продаем, револьвер продаем, прокачанный, пистолет оставляем, пейп оставляем, пистолет куда продаем, гранатомет оставляем. Алкоголь продаем, так, это все оставляем. Вот это мне не нужно. Мин, так, все это оставляем пока. Что-то у тебя есть? Мина. Так, скорее по зарядке, мне это вообще ничего не нужно. Так, может для гранатомета это? Блин, я не хотел купить вообще-то. Сейчас пустую потрачу. На гранатомета есть, не знаю. Пока видео нету. Пока-пока, увидимся. Пустую потратил, может. Комбинер даже нечем всем охлаждение. Да это. Да нафиг. Пусть валяется. Да. Пытать их. Энергии мяч еще придется, видимо, попотеть. Ну ладно, разберемся как-нибудь на ходу. Думаю. Разберемся на ходу. О, красавый, а? Вообще охранить просто. Красиво все. Ну, мы сейчас наберем вот эти энергии. Так, секретарь какой-то. Блин, да забыл сказать, извини. Новые коды. Логин, пароль, чтобы компенсировать, могу угостить тебя пивом. Не могу зайти в компьютер. Не могу зайти в компьютер будки охраны. Коды изменились. Чен. Коды изменились? Да, конечно. Коды изменились. Конечно. О, блин, камера. О, арбалет. Сейчас все взломаем. Опыт получим. Быстро. Слишком уж быстро. Да.
Access granted. Успели, ладно. Бочки зашевелились, отплыть в 3.00. Так, ладно, пора торопиться дома. Здесь полезно ничего нету. Так, кажется. О! Отлично. А, слишком легко. Оказалось даже. Так, роботы. Да пусть враги, пофиг. Ворота открываем. Камеру отключаем. Отлично. Пусть по врагам стреляют. Мне что-то сходил с экшена, и стелсом проходить уже надоело. Так, они куда-то там делись совсем. Ой-ой-ой. Выстрелы! Там что-то выключено почему-то. Бежать некуда. Там всех он просто робот решит, что ли? Ага, точно. Вот идиоты. Поперлись. А мы сейчас будем быстренько. Все, проходить. Там такой дорожат, что ли, робот все шутит, что ли. Так, ладно. Попробуем ее взломать. Так, быстренько, быстренько все. Сколько здесь всего интересно будет. Даже не нашли. Отлично. Ух ты. Богатый, богатый прям какой-то. Ого, продолжает, а. Что там? Так, ладно. Гранатку. Да, это тоже. Ладно, побольше опыта, конечно, получить, чтобы все прокачать успеть. Ох, такие. Рановато будет, думаю. Хотя-то. Что такое? Уже все. Там это мне нужно. Самое главное, окей. Так. Турель выключаем. Камеру вырубаем. А пусть на врагов. Пофиг. Поэкшним немножко. Камеру отключили, нам, по-моему, даже, да, не горит, не мигает. Вон тут теперь даже горит, надо то отключить еще. Робот просто все калаши мать направо-налево. Встревожен, так. Какие-то пароли, что ли? Все мертвые. Так, а наш пом-робот не должен стыковать-то. Да, он же наш. А, снайпер. Снайпер, снайпер. Так, что у нас? Код 3343, к чему интересно? Еще. Еще коды. Да что-то все богатенькие какие-то. Буратино. Че, еще что ли? Ага. А, понятно. Снайпер чуть меньше, что ли? Всех поурвали здесь. Там, блин, пистолет. Так, нам туда надо, вообще-то. А что за музыка играет? Что за музыка? Да, это так, у нас дом.
кое-какое серьезное дерьмо. Космос — последний рубеж перед тем, как вам ставят задницу. Космическое путешествие иллюминатов началось, друзья мои. Ух ты. Продолжительная миссия показана... Что-то в этой игре... Вообще, этих иллюминатов упоминают 500 раз. Масонов всех. Я сейчас говорю не о ваших задницах, там они уже побывали. Я говорю о космосе, друзья мои. Крупнейшие технологические корпорации объявили о своих планах принять участие в совместном проекте «Небеса». Так, здесь, по-моему, у нас есть это устройство. А, вот оно. Моим ребятам есть чему у вас поучиться, Дженсен. Тонг, как вы попали на эту частоту? Это древняя китайская тайна. Значит так. Вы отнесете пакет в кабинет управляющего Вана. Положите его на стол этому ублюдку и запустите. Все ясно? Ясно, что я оказываю вам услугу, а мне что с этого будет? Взрыв отвлечет охрану. Вы запрыгнете в грузовой контейнер и вперед. Но у вас всего одна попытка. После запуска таймера дороги обратно не будет, понятно? Понятно. Запускать, когда буду готов. Надо только быстрее туда добраться, каким-то образом еще. Так, ты нас за наш штурм воюешь. Здесь ничего полезного даже нету. А как это интересно снять? Снайпер там одного. Пусть меня там ищет пока. Возможно, он прячется. Никого нет. Должно быть, сбежал. Надеюсь, он не вернется. Сам главное, не поворачивайся. Не поворачивайся. Никого нет. Вот только не падай. Да. Так, тихо отсюда давай. Молодцы. Наверх точно лезть не надо. Там нас друг попытается. Погоди, можешь полезть не через вентиляцию? Шумно всегда. Сейчас в другое место пролезем, думаю. Так, ладно. Ох, черт, как быстро нашла. Блин, время-то идет. Раз сюда. Ну вот все. Так, о, вот шунин здесь будем. Вот так вот. Все что ли? А, отлично. Прятаться мне и понять куда. Камера так нас не видит, не должна видеть. Только сюда, самое главное, не ходи. Вот только сюда, пожалуйста, не ходи. Молодец. Давайте, давайте, лучше вернись к другой стороне, пойдите, пожалуйста.
все вот. Конечно. Только у них видит. Ага. Я зря убрал такой позитивный. Хотя, может, с ним. Не зря. Погоди, там тебе можно пройти. Прятаться. Было вот. Вот черт, вот. Уходите вот. Вот так вот, да. Хотя бы так, не знаю. Вот так вот пройдем. Надо проверить. Да как его-то унес? Ой-ой-ой-ой-ой. А, вот он. О, обошли их. Заметил все-таки. Как все чувствительно прошел-то? Ну как почему заметил, непонятно. А по-моему там тихо шел-то. Как мы могли там увидеть-то? Что-то видели все-таки, зараза. Надо было не торопиться в том месте. По лестнице идет. Надо было дождаться, думаю. Так. Ладно. Так, все равно не так, может, все равно, может быть, так чуть-чуть заметил только. Так, ладно. Сам главное, прошли хотя бы. Это мы их не убивали. Так, посмотрим сейчас. И компьютер. О! Все равно понадобится этих взломать их. Ну так, там можно легко спокойно взломать, у меня все прокачка. Все прокачано максимуме. Начали там рисковал. А сейчас. Все спокойно. И не то убрал ее просто. Зачем то это непонятно? Стой просто. Все, по-моему. Так, в общем-то все, кажется, мы добрались до этого места. Отлично. Так, давай быстренько. Что вот это так? Вот это. Потом вот это еще бы надо. Вот это не буду, так не очень нужно. Заметили. Он быстро взламывается. Да, прокачка помогла, конечно. Так, где больше ничего нету? Да, в общем-то, все, больше ничего нет. Так, а вот оно, в общем-то, место. Так, ну ладно, в общем, на этом месте можно будет, думаю, даже не это месте, сейчас вот пролив пройдет, думаю, и закончим эту серию. Моего прохождения игры Deus Ex Human Revolution. Увидимся в следующей серии. Ну а точнее прохождение DLC The Missing Link, недостающее звено. Я тем самым пройду его, так как события этой дополнения идут как раз вот между этим событием, сейчас что произойдет. И как мы прибудем в Сингапур, где будем искать, в общем-то, группу Omega Nrid. Между этим событием будет проходить как раз DLC там. Тем самым я решил бы так пройти. Но потом уже вернуться снова к прохождению Deus Ex Human Revolution. Что ж, с вами был DarkSpace76, Михаил. Всем удачи, до скорых встреч и пока. Смотрел все эти ролики, на этом прощаюсь. Черт!
Так этот спектакль был не только для меня, да, Тон? Ричард, я на некоторое время исчезну, пока не знаю, насколько. Почему? Ты что задумал, Дженсен? Есть зацепка. И куда именно эта зацепка ведет? You there! Get that cargo, clear the fire! We're pulling out now! Load it, secure those bonds! Отвечай, Дженсен! Куда ты собрался? Хрен меня знает, Ричард. Хрен меня знает.